Ординг. Все, пошел. Что, люди? Всем, товарищи, привет. 27-й день Морровинда ждет нас. Мой. Ну, стрим вряд ли скажу. Стрим, наверное, это где-нибудь 31-й уже. Я понятия не имею, что делать в Морровинде сейчас. Мне что-то, если честно, я когда анонс сделал, очень хотелось поиграть. Сейчас мне вообще не хочется играть в Морвин. Так что, может быть, даже на час, если станет совсем невыносимо. Тем более, список вопросов ждет меня. Вот я подчеркивал, что я там не понимаю, не знаю. Первый лист. Вот второй, это вот две маленьких штуки. Я, короче, подчеркивал, что надо повторить, а вот две штуки. Тут одна вообще, я нифига не знаю, что за фигня. Матлогику и теорию алгоритмов добавили. Что за классы N и NP, я в упор не помню. По сложные задачи какие-то. А Морвид тем временем упоролся. Морвид тем временем упоролся. Не отвечает. Все очень плохо. Если честно, что-то Морровинд опять начинает поднадоедать. Эти сколько стримов-то я провел? Всего, по-моему, 5 штук. С перерыва июльского, так скажем. И, по-моему, тогда остановился на 22 стримах. Вот сейчас 27-й. И что-то как-то... От Морровинда быстро устаешь все-таки, потому что глубокая лоровая игра с ну контента много, несмотря на то, что он однообразный, его много, просто устаешь. А, ну точнее от того, что его много, и он однообразный как раз. Здесь совершенно неинтересные левые квесты. Как-то еще более-менее, которые по основному идут. Или по гильдиям. А вот те, которые вообще левые, они их мало. Их очень мало. И, блин, вот я встретил раба, которому надо в Эбингард привезти. Ну, блин, неужели это нельзя было сделать как-то интереснее, что ли? Так, давайте в журнал. Высшему жрецу Вивику Сарионе потребуется разговор с сложным богом Вивиком. Сказал, что орудие Кагринак является ключом к загадкам 6-го и 7-го испытаний, что мне необходимо получить их у Вивика. Ну что, идем встречаться с Вивиком? Наставник, пояс отца. Это мне нужно. Это ветер Ахаза. Ну, клюв возницы, это да, это такое, я погорячился, это.
Вообще такой беспорядок в комнате. А как у меня. Только скорби, кстати говоря, тоже надо бы. Всякие мантии. Что мне делает эбонит срец? Вообще, я не одобряю, как здесь сделано. Все-таки механика... Сделана механика постройки дома. Она ужасна тем, что... Ну просто ужасно. Тем, что нифига не... нету контейнеров. Так уж и много занимает. Фу, а ну вообще-то тут еще полно чего есть. Реально, что-то как-то... Знаете, еще из-за чего не хотел начинать стрим, потому что что-то спину стрельнуло, и все, и... Привет, как дела? Да, наверное, очень оружие рад, как одинаково возьму. Если вам что-нибудь понадобится, я... И... Как это сказать? Пойду смотреть, что с Лостхеймом и так далее. Да. Говори быстрее. Вот так. Да. Вообще жесть, да? Денег, вагон и маленькая говори тележка. Быстрее. Не испытывайся. А уровень-то всего 24-й. И это да, очень малый, маленький обязан? Уровень на самом деле. Очень рад. Привет. Он не такой уж и маленький, но не будь обузов, я бы страдал. Наверное, еще бы от некоторых вещей. Возможно. Скорее всего, нет. Просто все было бы гораздо-гораздо дольше. Балмора. Да, мне нужно. Мне нужно Вик. Приятно познакомиться. Мне не очень. Вам что-то от меня нужно? Продолжай. Я слушаю. Где этот Сарионе-то живет? Я и не помню. Вот, кстати, да. Раз уж на то пошло. Хорошо перезарядилось.
Быстрее, ты хотел встретиться с архиканоником? Архиканоник находится в своих личных покоях, и он хочет поговорить с вами, но я должен предупредить. Всеми силами избегайте конфликта с ординаторами. Архиканоник только что говорил с ординаторами Высокого Собора. Но если, к примеру, беглый преступник, они могут попытаться арестовать вас. Если прольется кровь верных служителей храма, ситуация станет гораздо сложнее и неприятнее. Архиканоник ждет, чтобы поговорить с вами наедине в его личных апартаментах. Эти апартаменты расположены в южной половине восточного предела Высокого Собора. Но у входа и в восточные, и западные пределы стоят ординаторы. И... Нам известны твои замыслы, чужеземец. Нам известно о ваших намерениях встретиться с архиканоником и в его личных апартаментах, чужеземец. Мы будем наблюдать за вами. Не нарушайте закон, или мы уничтожим вас. Чем-то запахло. Говорите. Где его покой-то? Алло. Где его личное покое? Восточный предел. Неблагой Лемалекси. А как архиканоника зовут? Я не помню. Архиканоник Сариони, по-моему, да? К чему? Ищем магические вещи. Ну, я помню, что его где-то находил. Можешь говорить. Горожанин. Наблюдает за вами, бла-бла-бла-бла-бла. Расскажите еще о вашем деле. Я вас знаю. Ты сим норм. К чему все это? Проходи. Отдайся троим, дух. Не хочу. Блин, что за игра? В чем дело? Я не понимаю, куда мне надо. Где этот дурацкий архиканоник Сариони? Залюбленные это пергамент с каракулями. Толлер Сариони. Да.
Данса Индулес. Я его уже видел. Пропусти меня, женщина! Мереварин идет. А, замечательно, да? Как там его зовут? Я слушаю. Каноник. Толлер Сариони. Ищем магические вещи? Это не Толлер Сариони, да? Сливаешь ингредиенты в городе. Толлер Сариони, Толлер Сариони, Толлер Сариони, Толлер Сариони. Службы канонов. Расскажите еще. Я о тебе слышала. Я слушаю. Где ваш... Какая нахер Агриппина? Господи, мне нужен Толлер Сариони. Толлер Сариони. Это не они. Спасибо, что пришел, Килбур. Тебе известно учение храма Нереварини. Возможно, настало время изменить это учение. Храм должен защищать народ от ложных доктрин, а твоя связь с имперской разведкой делает твоей мотивацией и твою искренность несколько подозрительней. Но тебя избрали наставником и Нереварином, тебя избрали народ Данмеров. И у нас кризис с Дагатуром. Мы больше не можем защищать людей от пробудившегося шестого дома. Ты и твои пророчества можете стать нашей последней надеждой. У нас отчаянная ситуация, но я бы хотел, чтобы тебе стало понятно, какие требования привели к такой ситуации, они зависят от самого лорда Вивик. Он хотел повидаться с тобой. Ты согласишься на личную встречу с ним, чтобы услышать от него самого, что он хочет сказать тебе? Да, я встречусь с Вивик. Хорошо, вот два ключа. Один от заднего входа в мои палаты, другой от запертого входа во дворец лорда Вивик. Сожалею, но в данный момент ординаторы почти не подчиняются мне, так что я попросил бы тебя избегать столкновений с ними. Лорд Вивик ожидает тебя. Их светлость бесконечно терпелив, но все же лучше не заставлять его ждать. Муцера. Да, а чтобы попасть туда, мне тоже понадобилось... Мне потребовалось взломать дверь. Нормально. А вот и Вивик. Универсальная моделька. План разгрома Дагатура. Битва у Красной горы. Планы Дагатура. Неревар у Красной горы. Я
Ждал тебя, нам есть о чем поговорить. В молодости все бывают нетерпеливы, поэтому я постараюсь покороче изложить наше дело. Затем может остаться время на другие вопросы. Сначала я предлагаю снять мое проклятие с Нереварина. Прекратить преследование жрецов-отступников и объявить на весь Морвинд, что Килбурн — воплощение Нереварин, мессия-спаситель Морвинда и последняя надежда противостоять Дагатуру и Шестому Дому. Я сделаю это, хотите вы того или нет. Далее я предлагаю вам принять силу и ответственность за уничтожение Дагатуру. Вы можете отказаться, я не стану вас заставлять. Вы получите силу в виде артефакта, который называется Призрачный Страж. Вы можете принять дар, а потом делать с ним все, что захотите. Вы получите ответственность в виде клятв. Вы можете дать клятву, а потом сдержать ее или сдаться. Но сначала готовы принять призрачного стража? Да, я понимаю. Хорошо, очень разумно с вашей стороны. А теперь вы готовы дать клятву перед всеми богами и людьми, перед всеми духами, видимыми и невидимыми, перед честью моей, честью вашей, посвятить свою жизнь и призрачного стража разрушения Дагатура и защите Морровинда и его жителей? Не очень разумно, но очень хорошо. Хорошо, что вы без колебаний даете такую клятву. Теперь вы на мгновение почувствуете переход во времени. Не волнуйтесь, вас перенесут за пределы времени, чтобы избежать неприятного опыта обучения использованию призрачного стража. Все закончится, вы даже не... Мгновение возникает чувство движения во тьме, парение без тяжести и направления. Теперь вы знаете это. Я сообщу храму о ваших достижениях, преследования жрецов-отступников прекратятся, и я надеюсь, обе стороны найдут общий язык. Теперь мы гость, и у нас есть время для объяснений, или советов, или вопросов, или взаимных обвинений. Вы можете уйти, если хотите, но мне кажется, до этого вы должны узнать по крайней мере две вещи, как использовать призрачного стража и как победить Дагатура. Чтобы победить Дагатура, иди к Красной Горе, чтобы обрести артефактный молот-разделитель из привратной цитадели Виминал, потом добыть артефактный разрубатель из привратной цитадели Одрусал. Теперь проследуй с призрачным стражем, разделителем и разрубателем цитадели Дагатуры. Цитадель найди сердце Лорхана. Используй три артефакта, чтобы разорвать связь Дагатуры с сердцем, и он будет уничтожен, и мор в Морровинде прекратится. Чтобы победить Дагатуру, тебе нужно оборвать его связь с сердцем Лорхан. Чтобы это сделать, ударь сердце один раз артефактным молотом-разделителем. Потом ударь его более одного раза артефактным клинком-разрубателем. Тебе необходимо носить призрачного стража, потому что ты не сможешь взять в руки ни разрубатель, ни разделитель, не имея при себе призрачного стража. Это короткое, простое объяснение. Вот длинное, детальное объяснение, записанное для твоего удобства. Прочитай его, изучи, отложи его в памяти. Тебе необходимо знать, где Дагатур, каковы планы Дагатура, кто слушает Дагатур, кто такой Дагатур, каковы силы Дагатура, что известно о защите Дагатура, как подготовиться к битве с Дагатуром, кто может помочь. Ординаторы и вечные стражи призрачных врат обладают наибольшим практическими знаниями о кошмарном мире за призрачным пределом. Найдите их и от моего имени просите совета и помощи. Дагатур – бывший лорд, высший консул дома Дагат. Он был из поколения лорда Неревара, старше, чем мы, могучий чародей, влюбленный в жизнь. В своем теневом бессмертии он превратился в умного, хитрого, бессмертного монстра с непревзойденными сверхъестественными способностями. Судя по всему, он одновременно разумен и безумен, спокойный и неистов, невероятно мудр и также невероятно беспорядочен. Одним словом, безумный бог. Привет, Рейден. Главные среди его слуг, его семь братьев, пепельные вампиры, могущественные порождения сердца и загадочные чародеи древности. Эти существа кажутся умершими, но они всегда возрождаются в сердце. Каким-то образом Дагатур отдал им часть своего бессмертия. Или, быть может, они достигли этого сами с помощью традиционного чародейства. Есть семь особенных Дагатов в игре, которые... По идее, должны были скриптом отнимать сердце, ХП у финального босса
там по сотне, что ли, за каждого убитого. И они по всему Морровинду были разбросаны. Но скрипт не работает. В официалке даже. Не работает. К сожалению, горькие обвинения. Вы будете обвинять меня в убийстве Неривара? В нарушении данной мной Азури клятвы не использовать орудие Кагринак? Потому что из-за меня страдали другие? Почему я заставляю других страдать? Я уважаю этот вопрос из вас за то, что вы задаете его. Все, что я могу сказать, я поступаю так, как считаю нужным и многое вижу. Можете ли вы смертно отважиться судить мотивы и действия Бога? Но поскольку вы нужны мне, а я вам, я посчитаю мои грехи для вас. Но не сейчас. Уничтожьте Дагатуры, и тогда мы обсудим мои грехи. Тогда, возможно, вы заслужите право судить меня. Я сейчас это забываюсь читать. Мы не убивали Неривара. Легенда о том, что мы убили Неривара, появилась из рассказа оруженосца Неривара Аландро Сула, который жил среди эшлендеров. Эшлендеры сделали из этого рассказа басню. Некоторые эпизоды легенды убедительны, другие неправдоподобны, но все это ложь. У меня в библиотеке есть две разные книги о смерти Неривара. Прочтите их и решайте сами, что в них правда. В какой библиотеке? Вот этой? Тяжко. Он мне дал перчатку. Вот он, призрачный страж. Нафига в игре делать перчатку такую, если сопротивление моровым болезням у тебя уже постоянное на 100%? Есть. Что вообще? 500 тысяч, кстати, стоит. И тяжелая штука-то. А, журнал. Ну вот, это я как бы все. Канал загадок. Ладно, это мы пока сделаем вот так. А, ма, это хорошо, я вышел. Ладно, что мне надо? Разделитель и разрубатель надо бы найти. Для этого я, пожалуй, применю возвратку. Ой, Рейдин. Ну смотри, я по основной сюжетке основного Морровинда уже почти в самом конце. Вот прям мне осталось найти две штуки, и я могу... Ну, они просто лежат, по-моему,
Не помню, где лежат, короче, сейчас их поищу. Не, я понял, что тебе интересно. А, осталось совсем чуть-чуть, короче, для основной сюжетки. Но я не проходил в свое время DLC оба. Что Blood Moon, что Трибунал. Я их хочу посмотреть. Так что... Вот я не знаю, их как бы после концовки игры проходить или до. Или одну там... Я насколько помню, Трибунал, он начинался после того, как ты пройдешь игру. Вот это, кстати, он очень хорошо заехал. В кавычках. Да, конечно, они легкие. Эти-то, что ли, DLC? Это про что? Ну, у меня уже у меня половину Морровинда со стрима-то где-то, наверное, 13-14, по-моему. Как я вот это себе набузил, силу 257. Так все и... Вот просто... Просто все пошло-поехало. Нагатур, Адрасал, Виминал. А, вот надо, короче, туда. Это лучше... Хорошо, вы меня заинтриговали. Продолжайте. Из Альдруна в Маарган для Виминала. Хорошо, я слушаю. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, я насколько знаю... Вот я боюсь, что мне не понравится Blood Moon. Трибунал клёво. Я просто знаю сюжетку Трибунала, практически знаю. Знаю, с какими личностями я столкнусь. Трибунал — это круто. А Blood Moon... Такое себе. Ну, потому что я слышал. Да, в Маарган. Зачем идти пешком? Да, и... Блин. Там, Рейден, ты видел, сколько стоит Нинакуни? Не, ну, оно, конечно, наверняка будет стоить своих денег. Я в этом не сомневаюсь. Ну, блин, 2000. Я не хочу. Я привык быть ПК-боярином, который покупается за 400 рублей. Но не на Куни, если у меня все будет хорошо к январю, я предзакажу даже. Не, я серьезно. Мне первое, вот я хоть не играл, я у тебя на стриме концовку застал, у Ромалоки ее смотрел. И блин, это такая вот прям... Это то, ради чего, блин, можно купить PS3. Вот единственное, из-за чего я хочу купить PS3. Все остальное на PS3 уже есть что-то в других местах или мне неинтересно. Относительно. Ну, не так интересно, может быть. А вот прям не на Куне. И вот именно не на не версии на DS или на 3DS там делалась. Потому что я посмотрел в интернете, она такая себе. А вот именно вот в этом виде просто шикарная игра. Шикарная работа студии Гибли. Это невозможно не полюбить. Вот просто невозможно. Правда, они долгие, зараза, но они клевые. Они очень клевые. Я прям перепройти захотел. Единственное, что вот я с Ромалоки согласен, там очень задалбывает конец каждого боя. Там бой может проходить за считанные доли секунды, а потом появляется экран. Ты ждешь, музыка играет.
Вот тебе показывают, сколько опыта ты зарабатываешь. Сволочь. Редин, извини, я не знаю этот эльфийский. Ты же читаешь кунг-фу? Так. Чуть-чуть. Вообще мне надо... У меня завтра экзамен в магистратуру, которую я день хочу, день не хочу, и мне надо бы, по идее, готовиться. Ну что-то как-то... Блин. Я уже сегодня чуть с ума не сошел уже от этого всего. О, амулет шестого дома нафиг. Лучше работу найти. С хорошей зарплатой. Но, блин, в Казани что-то как-то не... Субтитры на русском. Я был очень этому удивлен. А в смысле субтитры на русском? Ты про что? А разве не на Куни в оригинале не были с переводом? Я что-то плохо помню на самом деле вот этот момент. Могу не придавать такие вещи значения. Если английский более-менее легкий в игре, то я не придаю этому значения. Без перевода. Но субтитры на русском — это же здорово, так что... Ждем. Громкие крики повсюду, белее самой белизны, чернее самой черноты. Позор и сын, солнце и тень, сильнее богов, ярче всех смертных. Только он проснулся, только он жив. Ему известны имена и названия, он знает, что такое ожидание. Он живет в каждой луне и звезде, он сияет сквозь их тень. Знаете, мне это что напомнило? Сейчас я зачитаю маленький рэпчик. Нет, я не буду это зачитывать, пожалуйста, нет. Вот ему известны имена и названия, он знает, что такое ожидание, он живет в каждой луне и звезде, он сияет сквозь их тень. Мне это напомнило... Вот знаете, есть жутко ржачное видео по Хелсингу с песней «Малинки». Жанна Фриске и дискотека «Авария». Это просто уржаться можно. Вот эта рифма мне просто напомнила. Ладно. Конечно, все понимаю. Рэпчик. Гэпчик, да. Именно так. Я тут на днях Лигурию на стрим зачитал, и это было... Блин! Надо же... Кондиционатор Грандмастера. Как долго я тебя ждал. Ох, ёлы-палы. Вот это... Красота меня встретила. Самое главное, чтобы мне не понижали силу и... Ох, ёлы. Вон, видите вот этого чувака? Это как раз-таки и есть. О, дриморы бегают. Эти чуваки и есть как бы те семь слуг Нагатура. Это один из них. Сейчас еще... Сзади прибежит засранец такой. Прям чувствую. Есть кто?
слуги Дегатура, которые должны, по идее, понижать ему хп. Слуги финального босса этой игры. Дагат Вимин. И у него есть разделитель. Тот артефакт, который... С помощью которого я... Должен буду все убивать в конце. Вот зараза только. А что если ты играешь за мага, принципиально не качал силу, а вес 40, это как бы... Это жопа как бы. Что они с этим не предусмотрели. Ну и что ты на меня наслал? Бельдох не умирающий. Именной скелет? Что вообще? Да, гад, вот Рейдин, тут же это. Как бы... Ладно, я туплю. Все. 15:41 время уже, господи. Так, вот это я не хочу просто с этим сражаться. А, так, здесь мне понадобится... Хватит отражать магию. Крупный ходячий труп. Причем, господи. И вот эти модельки вообще не помню. В игре? Серьезно. Двимерский комод. Ну что, если магаз надо, ну... Низких цен себе, Рейдин. Что я могу сказать? Когда говорят спокойной ночи... Ой, ну сей по стримеру спокойной ночи, я пошел спать. Стример желает спокойной ночи. Когда... Я не знаю, там... Уходит на работу, ты говоришь там, удачи на работе. Вот. Зритель уходит в магаз, пожелаем ему низких цен. Замечательно, изи. Что это за... Ёлы-палы. Кагарун, знакомая пещерка. Я пойду отсюда нафиг. Не хочу, тут... 4-5 где-то этих... Штук всего. Кстати, у меня восстановление же было вроде как просто вот-вот-вот. Ладно. Показалось. А, нет, красным же горело, если бы было неправильно. Ну ладно. А... Что в этом месте делает Грязи Краб? На горе, вы понимаете? Он что, здесь свистит, что ли? Что, что толк в речах? Если ты не покоришься, ты будешь уничтожен. Ты выбрал войну с Дагатуром. Мы печалимся о потере, но не пожалеем тебе. Ты отказался от слабости, сладости дружбы лорда Дагата. Теперь узнай горечь его ярости. Он не придет к вам, лорд Неривар. Это вы должны молить о прощении. Отправляйтесь к нему внутрь Красной Горы, пойдите перед ним на колени, и он проявит свое милосердие.
Имя нашего падшего брата мы требуем мести. Душа Дагатагараса среди нас. Вы сломили его тело, но его дух всегда будет с нами. Мне кому-то надо было принести душу пепельного... Так, что-то мне не нравится, в каком состоянии Хризамер. Нет, там не осталось молотков. Ничего не понизилось, отлично. А, ну это такое себе, это у нас и ты тоже ничего особенного. Дьявольский длинный лук. Ты что-то не совсем сзади появился. Засранец. Важности магии. Дало дробящее оружие. Нормально. О, может это все кольцами открывать? Как мне это уже тыканье замучило. Реально, в Скайриме, в Обливине хорошо, что перешли от этой системы. Притом даже лучше в Скайриме. По некоторым причинам. Нифига не видно. Низги не видно. Пум-пум-пум-пум. Пепельную пыль. Я, кстати, до сих пор помню. Вот прям мне... Каждую секунду всплывает вот раб, которого я вот где-то здесь забыл. Вообще возле Эрби Нимсунов был. Вот здесь где-то. Моровая крыска. Вот калеки корпуса это не страшно. Вот все мясные дяденьки, они, по-моему, выносливость сжирают.
Что ты делаешь? Ты понятия не имеешь, бедное животное. Ты борешься и сражаешься, но ничего не понимаешь. Ты что, думаешь, в том, что ты делаешь, есть хоть малейший смысл? Ты думаешь, ты убьешь меня, а я сразу возьму и просто умру? Это всего лишь сон и пробуждение. Снова и снова, одна внешность за другой. Ничего настоящего, а то, что ты делаешь, ничего не значит. Почему мы до сих пор тратим на это, на тебя время и дыхание? Не знаю. О, засранец еще атаковать начал. Алчущий. Сердечко медоедра. Нет, я не хочу улетать. Не надо кланяться. Я вам помогу. Так, где здесь вход? Вот с этим надо разобраться. Вот это я его проткнул. Смотрите, как он художественно по-шекспировски падает. Где? Ты что-то такое... Ну и ладно. Замечательно, не правда ли? Две мирские монеты всегда беру. Рассол башни, мертвый видящий. Разрубатель! Магию 50 на себя, или здоровье 30, атаку 30, увеличить ловкость 20. А по статам-то фигня одноручная. Разделитель еще хорош, а это, ну, мя. Давайте немножечко здесь побегаем. Дагет Одрос. Лет сердечного... Сердечного огня. Это, конечно, амулетики с них падают. На тронах пробует меня немножечко покромсать. Золотая святоша. Нет. Нет. О, блин. Вот это снятие, конечно. Нет, я сказал, ты будешь по... Вот ведь хитрая. Ай-яй-яй. Так. Понятно.
Ладно, все, у меня есть все для... для полного счастья. А именно для концовки Морровинда. Ну, блин, такие вещи с собой таскать, это, конечно... Я, как истинный товарищ, конечно же, оставлю эти вещи на обеденном столе. Вот, наконец-то. Так. Это я положил. Так, амулеты. Еще можно, наверное, спрятать в шкаф. Вот эти два амулета. Нет, вообще уже даже не подходит нифига. Тогда сюда. Вмешательство. Надо... О, блин, у меня аж левитация. Ну, чё я не прыгаю? Что это за захват, мне интересно? Это поезд, что ли? Что же будет там? Ну, на звезда буду с собой таскать. Так, божественное вмешательство. Мне надо сейчас, наверное, Давайте... Гуляемся до Уршилаку. Хочу кое-что посмотреть. Надо еще левые кусты бы поделать. Давайте к Уршилаку добегу. Смотрим. Надо было ему так упасть. Ну ты сумасшедший, что ли? Надо до хула. До какого хула? Да, до хула. Притом... И потому что там ходят эти корабли до Солстхейма. И до Уршилака. Для вас мы организуем специально. И бежать можно.
Блин, господина Даггета, отведай его мести. Нет, вы ужасно воспитаны. Ой, иди ты нафиг, не изгончи. Просто иди нафиг. Опять эта фигня. Вот именно почему-то в этом месте. Просто отрубаются прыжки. Здесь же еще не конец карты, алло. До Химуза добраться. Да, не Арварин, убивающий птиц вместо Дагатура. Пару секунд. Люди, придется сейчас закончить буквально в экстренном порядке. Так что я Суршилаку сейчас поговорю. И все на этом. Здесь шаманг. Короткий стрим. Может, вечером достримлю еще, но пока что. Шестое испытание хотел. Слепым. Шестой, он чтит кровь племен неоплаканного, он поглотит их грех и будет возрожден. Милосердие освободит проклятых фальшивых богов, он соберет разбитых, спасет безумных. Ну, короче, можно идти рубить товарища. Люди, я извиняюсь за такой короткий стрим. Час всего, вообще жесть какая-то. Ну, я, как это сказать. Ну, вот так вот бывает. Вот. Завтра где-то после обеда постримлю побольше. Я надеюсь, что либо стримить пойду, либо и делами займусь, которые считаю полезными. Так что всем пока. Увидимся или сегодня вечером, или завтра после обеда.